Всем доброго времени суток. Я по традиции начал готовиться к зимним выставкам, а именно собираю малину разных сортов, чтобы потом ее заморозить и на выставке угостить посетителей нашего стенда. Эта традиция мне понравилась, очень результативна. Лучше, чем раздавать листовки и обещания. Мы сразу показываем товар лицом, хотя мы ягоды не торгуем, мы торгуем саженцами, но это конечный продукт нашей работы. Всем приятно зимой покушать свежеразмороженные крупнющие ягоды. В данный момент собираю сорт малиновая гряда, потом пойду на сластиху, ну, нижегородец пройдусь по краю. У меня уже целая коробка, но пройти мимо я не могу, просто ягод очень-очень много. Только они успевают, только начинают они созревать. Запаздывает малина в этом году очень сильно. Поэтому рассматриваем мы среди новых селекционных форм более ранние формы, схожие по срокам созревания, как сорт свастиха. Потому что не получается стабильно из года в год, чтобы этот, как каждый сорт, плодоносил в одно и то же время. К примеру, сейчас уже почти середина августа, малиновая гряда по прошлым годам более хорошим должна начинать 1 августа вот в таком виде и даже раньше с такой вот загрузкой. Но видите, условия практически одни и те же, а сроки сдвигаются с каждым годом все дальше и дальше. Хотя вроде как глобальное потепление, а по малине этого не скажешь. В общем, готовимся к выставке. Не знаю пока, в каком городе она будет проходить в следующем году. Обычно она проходит в феврале. Но это имеется в виду выставка на конференции Ягодного союза, членом которой мы являемся. В конце этого месяца собираемся мы ехать на конференцию, ну, семинар выездной, куда-то в Подмосковье на базе какого-то предприятия. Можно на сайте информацию посмотреть, кому интересно. По-моему, проходить будет то ли 28, то ли 29 августа этого месяца. Территориально это Щелковский район, кажется. Ну, вся информация на сайте Ягодного союза. Вы там можете найти. Кстати, участие платное. Так что заранее зарегистрируйтесь и оплатите ваш счет, чтобы не было потом форс-мажора. Ну, а я пойду морозиться и замораживать, вернее, морозиться я не буду. И собирать другие сорта. Вот красота малиновая гряда.